По первому показателю Елена Андреевна вот сказала, что в течение оставшегося периода до конца года он будет достигнут. Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях. Ну, хотелось бы все-таки, здесь стоит показатель, ну, практически 50% вы будете, 50% за 9 месяцев достигали, и за оставшиеся еще 50 маханете. Но хотелось бы, чтобы это было более, ну, планово, равномерно в течение года на будущее распределить, проанализировать мероприятия. Ну, это вот такие пожелания молодому руководителю. И еще хотелось бы уточнить про кинопоказ. У нас в прошлом году появился, значит, кинопоказ установок ДК. Как вот сейчас распределяется вот это? Посещаемость на другие учреждения, ДК, энергетик и юбилейные. То есть что происходит здесь с этим? Ну, все, наверное, знают, в целом по стране у нас посетитель упал, число посетителей упало. Ушли зарубежные фильмы, и надо приучить нашего зрителя все-таки ходить на тот контент, который мы получаем. А то мы, конечно, видим, и он имеет место быть. Что сказать о... Да, у нас три, получается, установки работают. Конечно, у нас распределился зритель по учреждениям. Самое большое все-таки число зрителей с юбилейного не ушло. Все-таки тот зал, который у нас работает уже с 2014 года, он полюбился, может, зрителям уже, привыкли они именно к тому залу. Но и энергетик, и точно так же городской дворец культуры, у нас фильмы идут, зритель идет, сейчас активно внедряем пушкинскую карту, работаем в этом направлении. Поэтому сильно и похвастаться не хотелось бы, но со зрителем тяжеловато пока, потому что у нас и три кинозала работают, и вот эти кассовые фильмы, которые даже русские заходят, они пользуются огромным спросом, зрителей много, но пока вот в этом отношении тяжело. Ну, будем работать, не останавливаемся. За 2 года, видимо, пандемийных зрителей немного. Мы видим, что сейчас по мероприятиям надо опять приучать зрителей все-таки приходить в учреждения, потому что действительно 2 года пандемии, они сказались. Если только после открытия учреждений тяжело было вообще, ну, как бы, ну, мало очень зрителей ходило, сейчас все-таки уже обороты приобрели. Сейчас и на мероприятия ходят, и в кино пошли. Хотелось бы, чтобы еще активнее все это было, но будем работать в этом направлении.